Всем доброе утро, добрый день уже. Катюха опять жарит блинчики, только сегодня уже не шоколадные, а белые. И вот такие вот у нее получаются. Сначала с утра у нас жарила Света, теперь жарит Катя. Они, короче, по очереди делают. Ну, вот маленькие такие делают. Вкусные, наверное, будут, да, Катя? Ладно, пусть готовят. А ребятки у меня пошли на улицу гулять. У нас снег идет такой. Снег прямо идет сильный. Оксана вон там уже, сейчас Света выйдет, Ваня уже вышел, где-то он там гуляет. На веранде, Ванька, все понятно. У нас снега прям очень много. Вот смотрите, сколько много снега уже. Прям ужасно много-много снега. Оксана катается на ледянке. На большом кругу надо еще. Ледянки у нас все поломались. Я по зиме две выкидывала, они лопнули. На купить у нас всего две ледянки, да, Света, всего? Три. Но с большой зеленой. Три. На покупать опять. Все поломали ледянки. Они что-то пластиковые, мама, быстро красная ломаются. Красная немножко поломалась. Красная немножко поломалась тоже. Ну вот, значит. Как мама денежку получит, сразу купит ледянки вам. Он там Ванюшка уже вышел где-то за горкой. Он Свету ждет, он без Света никогда не катается, ничего не делает. Он Свету всегда ждет. Ладно, пусть гуляет, пишите, какая у вас погода. А я сейчас буду складывать белье. Ну и хотела порассуждать немножко. Многие меня критикуют, какая я плохая мать. За детьми не смотрю. Кать, твои шорты, они от Светины. Ее ночные штаны. Какая я плохая мать, да? А где тут Светина полка? Не иду работать, ребят. Я бы рада работать, но меня никуда не берут. Нет. Сейчас штатив немножко по-другому поставлю, чтобы вам лучше было видно меня. Поэтому я решила буду искать работу заездами. Ну а что теперь делать? Пусть муж сидит дома, а я буду работать. Вы же хотите этого, чтобы я шла работать, а муж будет дома сидеть. Вот я и поеду заездами работать, а муж будет дома сидеть. С детьми. Я ж плохая мать. Не работаю. Вот и поеду заездами работать. Я уже нашла в Перми работу заездами. Получается 30 дней там, 10 здесь. Но я еще не звонила. Потому что сегодня у меня суббота получается, и никак не позвонишь. В понедельник буду звонить. Узнавать, как говорится. Возьмут на работу, будет очень хорошо. Поеду, значит, заездами работать. А что теперь поделаешь? Здесь меня не берут на работу. Это чья, кстати, кофта? Может, твоя? А тут нету никакой эмблемки. Твоя? Не знаю. Ладно, сложу, потом сами разберете, где чье ваше. Так что вот такие вот дела, ребят, у нас. Со временем посмотрю, может, и детей потом туда, если жилье там найду, зарплата будет хорошая, и детей перевезу. Ну, а что теперь, видео выкладывать не буду. Я вообще уже думаю канал закрыть. Вот сейчас конкурс проведу на 7 тысяч подписчиков и, наверное, закрою канал свой. Смысл я его веду? Толку ноль. Не в том смысле даже толку. Я понимаю, что это единственный доход. Но из-за всех жалоб, что поступают на меня, какая я плохая мать, я буду закрывать канал. Будем жить дальше. Что теперь? Да, я понимаю, что минус доход будет. Ну, что теперь? Будем, как раньше, на 5 тысяч в месяц выживать. Ничего не поделаешь. Знаете, просто надоело все уже. Да, там на кухне стоит. Марина гулять не хочет идти. Все говорят, да кто на тебя жалуется? Ребят, жалоб очень много поступает. Очень много. Из-за всего, что угодно, жалобы поступают. Не знаю, я хочу написать в Пермь министерство уже.
все вот думают, что я плохая мать. Вы не видели плохих родителей. Вот честно говорю, вы не видели плохих родителей. У нас тут и в городе очень много таких, которые пьют, и дети им нафиг не нужны. Я не пью, я не курю. Я никуда не хожу. Я все время дома сижу с детьми. Мне подруга на меня обижается, что я к ней в гости не хожу. Ну, вот такой вот я человек. Ну, опять для всех подписчиков я плохая мать. Вот так вот. Поэтому все одно, что заставляет, иди на работу. Да я бы рада, ребят, меня здесь никто на работу не берет. Потому что я блогер, видимо, из-за этого и не хотят. Я не понимаю, почему. Я во многие организации обращаюсь. Ну нет, так и сюда нет. Господи. Больше даже пытаться не буду здесь устроиться. Просто поеду работать заездами. Вот такие вот дела. Так, где Ваня плед? Койку заправить его на... Вот так вот, ребята. Что ничего хорошего от этого не светит, от канала. Поэтому, скорее всего, не знаю, еще, конечно, подумаю, но у меня уже все мысли к тому, чтобы закрыть канал. Вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, буду дальше делами заниматься. Видите, что Ваня делает? Колобка катает. Мужу говорила кочурю убрать, все еще убирает. Ты катаешь колобка? Морковку надо? Палочку просто засунешь и все. Морковку ему надо. Глазки, ну вот из среди игрушек там своих старых выберешь и глазки, и морковку. Иди катай дальше колобка. Еще одного на колобка катать. Так ты ему начальный шарик делай, а потом он дальше пускай. Он сам делает. Ваня, еще один шарик на катать. Ваня, вот надо еще один шарик катать. Надо еще один делать шарик. Снег, дети снегу рады вообще. Теперь иди вот катай где-нибудь, где снежок хороший. Ну, иди катай дальше. Вот, давай катай. Ой, господи. Я в тапочках в одних вышла, представляете? Вот Ваня как катает снежок. Да, Ванечка? Ой, молодец. Иди по огороду катай, по огороду. Молодец. Вон там поляна большая, иди катай там. Вот, ложи, катай. Вот что для детей радость. Это снег. Молодец. Давай, давай, катай. Молодец, умница. Снег сегодня липкий, да, Света? Снег хороший, липкий. Света там подделывает, а Ваня катает шарик. Не надо лед трогать, Ваня. Ну, молодец, катай, неси сюда шарик, здесь будешь катать уже, а то там ты потом его не утащишь, или потом Света утащит. Ваня, неси сюда шарик, а то он у тебя уже большой, и здесь вон катай, иди его. Ну, а самим Света нам убрать качелю, раз папа не может убрать ее. На зиму уже убирать ее надо. Вот, катай давай. Хорошо, давай, давай, катай шарик. Вон там на, дальше, Ваня, вон там на катать, Вань.
Подожди, Ваня, Ваня, слушай меня. Бери шарик и вон туда иди катай, там снег есть. Вон там вот, где ящик для с дровами, там снега много. Оксана, не раскатывай вот так вот, а то Ваня сейчас упадет. Так его надо где-то в сторонке света делать, а не посередине здесь снеговика-то делать. Вон там вот, где Ваня делает, вот там вот и надо будет его потом делать. Смотри, какое чудо, катает снег. Ладно, катайте снег, я пошла кушать готовить. Может, рыбу Света пожарить? Рыбу пожарить? Там горбуша есть. Что-то никто не хочет, я хочу, например, рыбу. Еще надо сильнее шарик катать. Так нет, вон там, там иди катай. Там снега много, сына. Можете штатив вынести, поставить? Не, лучше так, я зайду, выйду. Света, короче, снеговика сделайте, позовите меня, я засниму, хорошо? Все, пошла я кушать, он сломал шарик. Такие труды у тебя, Ваня. Ну, иди вот там вот, где твоя машинка, катай. Там снега много. Ладно, пошла кушать готовить, они пускай играют.